И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, и мы сегодня продолжаем выживать на безумной карте операция. Да, почему безумно? Потому что, ну, черт побери, ну это совсем другой мир, нежели другие карты. Реально. Да, Extinction есть частично операции, потому что ты также под землей, но как бы да. Я переехал, но я столкнулся с проблемой нехватки ресурсов. Да, нехватки ресурсов, потому что нехватки камня. Камня не хватает. И сегодня пойдем томить. Ну, 68 левел. Дедикорус. Ну, только не 4-го левела. Да, какого-нибудь нормального левела. Ну, хотя бы немножечко получше. Вот. Почему я решил, что нужно томить Дедикоруса? Ну, камон, посмотрите, территорию, которую я хочу отхапать. Ну, большая территория, и, соответственно, да, я буду делать много через камни. Я думал из тека, но я не доживу здесь до тека, это уж точно. Меня это начнет раздражать куда намного быстрее. Возможно, металл, но сначала камень. Переехал я вот сюда, все-таки туда, где я говорил, типа, ой, зачем сюда переезжать, типа, как сюда забраться. А потом я сюда прилетел и такой смотрю, а здесь-то нифига себе проход. Ты просто посмотри, какой здесь проход. Здесь проходище. Ну, прям реально огроменный проход здесь. То есть я причем на Кратокрисе сюда просто пришел. И пришел, короче, то есть. Вот там вот металл. И вот там была моя старая база. То есть, как бы я просто вот обошел, и все хорошо. То есть, как бы без проблем я оказался здесь. Так, назад, и оп, назад. Вот такие вот пироги. Помню самое первое знакомство с Аверацией у меня... Я от кого-то убегал. Я вроде бы даже играл на PvP-сервере, что ли. Почему-то у меня такое ощущение, как будто я играл на PvP-сервере. Я от кого-то убегал, и, собственно, вот отсюда, сначала около этого цветочка потусовался, не знал, что он делал. Я отсюда прыгнул туда вниз, и вот там что-то пытался тусоваться. Да, вот такие воспоминания, прям ух. Но и в этом суть в том, что пойдем сегодня томить Дедикоруса, и не только. Посмотрим, кто нам попадется. Но для начала Дедикорус. Дедикорус это первоначальная, скажем так, цель. Не, Мишку можно притомить 76-го. Мишка 76-го левел, это, конечно, прикольно. Но я думаю, блин, не знаю, нужен мне Мишка или не нужен. Я больше вот об этом думаю все-таки. А, это там наверху. Господи, я думаю, здесь-то что, никого ж не вижу. Кто там может тусоваться? А это там внутри бегают. А, кстати, да, я притомил, здесь тусовал. Пришел, короче, сюда. И... это... закройся. Да, здесь на скорую руку поставил, все, чтобы было. Пришел сюда, здесь самка до дерьмового левела. Я такой думаю, о, клево! Вот ты-то здесь, короче, и мне и нужна. Ну и думаю, ну а почему бы и не притомить? О, братан, иди сюда. Ну, реально, почему бы и не притомить, потому что это, во-первых, будет самец, а во-вторых, там левел мелкий. Начнем с Додохи. Темень сраная, просто ничего не видно. Где я что складывал свое? Я просто в ППХ, можно так сказать, все складывал, потому что у меня... времени тогда было позднее, и я, короче, это потом несколько дней в ряд подряд не заходил. И вот, продолжаем. Мне нужны ягодки. И погазуем. Глушить птичку. Да, базу я, конечно же, сделаю потом нормальную, адекватную, наверное, но это не точно. Но пока что... пока что мне нужно будет, по ходу дела, все-таки сразу же нужных диносов томить и так далее. Да, вот 16 дал. Да спать ложись! Спасибо!
А, вспомнил я что-то. Я что стоял-то тупил? Я пытался вспомнить, кого я ищу. Ай, дурдом. Вот, Геликурус. А, что тут? У нас 56-й левел. 56-й левел меня вполне устраивает. Миша, 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 отстань. Не подходи. В смысле? Он там, бэ. Это далеко. О, давай. Газуй ко мне. Беги, 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 беги. Все, валим отсюда. Валим. Валим отсюда вон нафиг. Ну-ка, а летать я с тобой могу? О, круто, я... Понимаешь, Дудоха? Ты умеешь летать! Да, только в моих руках, но ты умеешь летать! И это не тот случай, когда тебя просто бросаю вверх, потому что тебе нужно перекинуть через забор. Да, как-то так. Закройся. И включись. Оп! Отлично. И... Так, почти угадал. Вот это. Отличненько. Ну, вот, яйца снесись, пускай несутся. Сейчас пока что собирать некому. Геликурус, погнали! Погнали, посмотрим, что вообще мне на него нужно. Почему не топовый левел? Потому что у меня нету киблов, потому что я только начал томить додошек. Ну, вот и, соответственно, как-то рановато мне искать хороших левелов. Где ты? Ты куда показываешь? Твою мать. Это что, прикол такой у вас? А, точно, ёперный театр. Где же наверху можно ползать? А, это ужасно, 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 ужасно. Ужасно, нужно забираться наверх. А как я забирался наверх? А, я вспомнил, как я забирался наверх. Погнали забираться наверх. Блин, там так шумно. Мне там так страшно. Так, короче, бегу туда, потом по веревке туда, а оттуда уже вверх, вниз, точнее, на крыльях спустимся. Вот, и сверху уже можно спокойно спуститься вниз. Так, что там нужно было? Shift-V. Нажал один такой Shift-V. И вот интересно, где ты конкретно? Оп. Это я пролетаю здесь. Это понятное дело. Вот, возможно, ты где-то здесь. О! Да, ну отлично, нету его. Такс. Сорок четвертый левел. Чё-то какая-то фигня непонятная. А где там большой левел? Там что-то 56-й был. Чё-то какая-то фигня нездравая. Это, кстати, очень крайне неудобно. Не, вот эта площадка удобная для застройки, прям как не знаю что. Здесь вот есть освещение тебе, пожалуйста. Ровная площадочка, без всяких бугров и так далее. Строй красивую базу, прям не нарадуйся. Но как сюда забраться, это уже отдельная история. Такс, не понял, да почему? Ага, вот 56 есть. Опустошители, да, только наверху 60 видел. Такс, где ты? А, вот, ну да, точно, я так и думал. Зелененький, слушай, зелененький это клево. Зелененький это клево. Смотри, какая коняга. Такс. Что нам нужно будет на тебя? Но овощи, понятное дело, нету. Мажаберки. 14 штук. Опять-таки же, потому что у меня хорошие, прекрасные рейты. Чисто для меня. Ну все, погнали. Погнали, погнали. А чем тебя будем оглушать? У меня винтовки нету. Значит, арбалет. Арбалет, стрелы. Снаряжаемся. И вперед, вперед на
Приручение Деди Куроса. Интересно, как это выглядит со стороны. Сначала ты его чуть ли не убиваешь, короче, стрелами, а потом такой, ой, кушай, кушай, а он такой, ой, я все забыл, что ты меня хотел убить вообще-то. Просто был вариант, что я разобьюсь даже. Я что-то не это... подразогнался как-то слишком сильно. Так, погнали. Томить Деди Куроса. Да. Взял стрелы, взял... Слушай, я наркобарики не взял. Ну да бог с ним, я надеюсь, что прокнет. Там вроде бы... Это вы там с кем воюете? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, я понимаю, что с кем воевали, того завалили, но все равно. Так, ладно. Вот ты, я и так тебя вижу. Пяу! Пяу! Ух, помнится, зеленый Деди Курус я томил. Это было на Анунаке. И как же они там назывались, а? Байас или Биас или Бисос. Что-то какие-то там, блин, ну, в общем, клёвый, прям вообще, он такой здоровенький, больше, чем вот эти стандартные. Ох, клёво. У меня сразу же ассоциация именно вот про вот это с этими зелеными. Зелеными динусами, это именно что. Про Анунаки. Ну вот реально, я сразу вспоминаю Анунаки. Ну, потому что это первый мод именно вот с такими мобами и так далее был. Такс, вода. Вода, еда это хорошо, а вот воды нету. Жопа, это значит, надо хотя бы траву собирать. Ай, блин, я забыл про воду. Я просто-напросто забыл про воду. На кабарике ладно не сажать, и будет все хорошо. Ну ладно. Доживем, доживем, и уже, так сказать, до дома. Ждем. Сейчас самое веселое. Это ожидайка. Да. Ох, да вы посмотрите, какая же адская овечка. Ну просто классно. Если бы не кексики, я бы притомил. Но кексики. Сама тут пасись. Не буду. Не буду. А там чисто оранжевая была. Блин, клёвый. Вот клёвые расцветочки. Да, приходится здесь бегать, кусты лутать и наркобарики собирать. Ну а чё? Лишним тут точно не будет. А тем временем томится, 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 томится. Долго! Долго! Но это все равно быстрее, чем, допустим, на официалке. Долго! Я так подумал, а если я все равно жду, то... А какая разница? Я ж могу и додошек притомить. Ну-ка, спать. Спать. Спать, говорю. Спать, сказал. Где-то тут еще была додохина. Додохина, иди сюда. Нет, ты мне не нужен. А у меня уже там есть самец, мне его хватит. Где-то тут, где-то тут, где-то тут, иди сюда. Слушай. Во! Еп! Отличненько. Нормес. Две куропатки и сейчас еще Деди Куроса притомлю. Вот уже и курятничек соскребется потихонечку. А самое главное... О! В общем, пока лутал всякие вот эти лутинки, яйцо додошки слуталось. Да, это будет клёво. У меня на раннем этапе будет уже нормально с яйцами. И значит, все будет хорошо. Я смогу спокойно делать фермы. О, ну в смысле это... Ферму яиц, я имею в виду. Кстати, да, надо бы еще бы эти грядочки рассадить и так далее. Да, шмар. И много додошек не бывает. Да. Нужно больше додошек. Да как обычно, у меня мажабарик нет. И зачем ты их первые сжираю? Зачем? Не знаю. Но сжираю. Мне-то они нафиг нужны. Ну, я просто воду пополнял. Как видите,
Не получилось? О, точно, я ж тут грибы залутал. А водяных грибов не вижу. Я слепой! А их нет. Жаль. Оп, отличненько. Ну вот и дедик-уросик. Теперь хоть с камнем проблем не будет. С деревом проблем нету, с камнем проблем нету. Дровинку надо поставить, чтобы со всем остальным тоже проблем не было. Хотя бы еще металл добывать. Вообще бы желательно мне воина. А лучше двух опустошителей нормальных. Ну, вы же знаете, где мой опустошитель был хороший. Заваливался вначале. Ну, вот так-то. До дошки один дедик-урусик. Ну, неплохо. Улов был хороший. Погнали до дома. Да, вот сейчас смотрю на эту вот беготню и думаю. Телепорт надо было поставить дома. Я бы сейчас бы взял бы пульт в руки и ты пехнулся по-быстрому. Они еще и крекают, так ужас. Ах, пошли домой. Ну что, устроим куриный дождь. Отличненько. Давай, погружайся вниз. Хоть чем-то хорошо, я прям над своим домом. И открыть отлично. Че, приземлились? Экс. Раз, два, три. Где еще одна куропатка? Лю! Экс. Походу у нас потеря. Вы серьезно, мне что, туда подниматься за ней? Блин, реально нету? Кошмар! А, не, фу, слава богу, ты меня так не пугай. Я уж думал, сейчас реально придется туда обратно забираться наверх. Я обратно этот путь бы не делал, я бы забирался вокруг руками. Ну а что там, самое главное, чтобы она за мной сорвалась вниз, ладно. Такс, ну, добыча ресурсов. Буду уже за кадром заниматься. Да уж. Что? Надо бы... Блин, не. Мишку я буду томить. Если я буду томить Мишку... Всяких... Ну ладно, баранинку. А, подожди, слушай. А Мишанька-то он случай мне баранинкой томится. А, Мишанька томится медом. Же, по идее, же. Ну и вроде баранины тоже. Ну-ка. Здесь у меня Мишаня тусуется. А, отличный корм, мед. Да, мед все-таки лучше, чем сырая баранина. Да, надо будет. Мед. Мед нужно будет добыть. Благо здесь он недалеко. Есть, и его можно будет добыть без проблем. А еще нужно проводить воду в дом. Блин, меня эта жажда уже просто бесит. Неимоверно сильно жестко бесит. Где здесь можно провести воду? Откуда? Только снизу? Ну, это жопа. А можно ли поставить какую-нибудь фигню? Типа из S-плюза? До сих пор не понимаю, что это за говно. Такс. Кстати, можно улей, по идее, сделать. Вот это интересно. Она также работает или не работает? По идее, не должна работать. Не, ну это как бы и логично, чтобы она не работала. А может, надо в настройках что-то делать, прописывать, чтобы она начала работать. Может, еще что есть? Нет, походу дела ничего такого, даже близко нет. Да. Необходимо соединиться с водой, это понятное дело. Но вода там внизу. И далеко. Это что здесь? О, Черепухин. Вода внизу и далеко. На далеко это значит вести трубу вот так вот. Ну хотя вертикально вывести трубу будет легче, и меньше шансов, что ее сломают. Случайно, как это бывает. Вот. Да. О, кстати, металл. Классно. Прям подо мной металл.
Точно, я и забыл, что он здесь тоже есть и в большом количестве. Да, нужно будет вот отсюда вывести там. Прям на бережку поставить трубу. Даже, наверное, лучше около вот этого, чтобы она прям в текстуру зашло. И из текстуры, что даже если кто-то будет рядом воевать, что, как вариант, может быть, не зацепит. Может быть. Ну, понятное дело, зацепит. Чё, как обычно. Кстати, да, пока наверху лазил, там, как динасов поубивал. Хочу, ресурсы лишними не бывают. Вдруг тысяча пыльки накоплю, и все-таки я сделаю себе элемент. Да. Ну, пусть, конечно, ну да бог с ним. Да, пожалуй, на сегодня все. Пускай будет коротенькая серия, я не знаю, а смысл ее растягивать нету. Коротенькая серия, сказал я, а уже 20 минут прошло. Вот такие вот дела. Не знаю, что буду делать дальше. Не могу найти опустошителей нормального левела. Можно попробовать парацерку томить, да, начать крабиков пробовать пытаться томить. Тоже такой хороший вариант. Это был опустошитель, но дерьмового левела. Да, как вариант. Чё, парацерка, крабики, потом можно и опустошители. Плюс нужно будет седло Дрейка, в пещеры. Кстати, нужно будет ту пещеру посетить. Ой, слушай, а тут я без опустошителей дофига чего делать. Дом построить нужно хотя бы для начала. Ладно, короче, фиг с этим всем. Это все будет потом. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добро, всем пока.